Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. 7 и 8 апреля на сцене театра имени Горького пройдет премьера камерного стильного спектакля «Смех лангуста». Режиссер, заслуженный артист России Николай Тимошенко. А библиотека имени Горького продолжает социально-культурные проекты для жителей Владивостока. В пятничной программе рассказ «Удыгейцы в гармонии с природой. Полосатый бог. Тигр». Приморская картинная галерея в рамках выставки «Русский акварельный портрет 19 века» из фондов Московского музея усадьбы Останкино приглашает на беседу «Великолепие акварели в творчестве Петра Федоровича Соколова». Стоимость 200 рублей, для студентов и пенсионеров 100 рублей. Беседу ведет старший научный сотрудник научного отдела галереи Ольга Алексеевна Батиевская. 8 и 9 апреля всех желающих приглашают на выставку кошек, которая пройдет во Владивостоке. Вниманию зрителей представят 200 кошек и котят. Вход для посетителей с 10 утра до 7 вечера. Также в эти выходные в кампусе ДВФУ состоится первый на Дальнем Востоке фестиваль интеллектуальных игр «Что, где, когда», «Своя игра» и «Брейн-ринг». В составе одной из команд на участие в турнире заявился даже Анатолий Вассерман. Все подробности можно узнать по указанному телефону. «Тотальный диктант» пройдет в эту субботу на 23 площадках города. Это кинотеатр «Иллюзион», университеты, школы, библиотеки. Начало в 15:00. На официальном сайте проекта уже можно зарегистрироваться. Открытие велосезона запланировано на эту субботу. Старт в 11:30 утра от Покровского парка. А в Краевой филармонии ожидается концерт в честь 26-го фестиваля «Дальневосточная весна». На сцену выйдет струнный квартет «Вдохновение». Не пройдет вечер без премьеры. В театре имени Горького покажут спектакль «Драки шахтеров» с художниками из-за стюардесс. Стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. Всех желающих приглашают принять участие в первой приморской выставке свадебной индустрии «Pacific Wedding Show 2017». Специально в этот день вместе соберутся лучшие свадебные ведущие, музыканты, диджеи, фотографы, операторы, парикмахеры, визажисты, флористы, декораторы, артисты и музыканты. Вход для зрителей свободный. Гала-концерт юных виртуозов Приморского края состоится в Краевой филармонии в это воскресенье. Стоимость билетов 300 рублей. А Приморская картинная галерея предлагает серию мастер-классов по живописи. Стоимость участия 1800 рублей. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города. И до встречи на 8.